Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Пугачева и Галкин тратят на роскошную жизнь 20 миллионов в месяц. Статья под таким заголовком появилась на страницах сайта Яндекс.Дзен и вызвала немало споров. Автор статьи, ссылаясь на телеканал Ю, написал: «Совсем недавно СМИ подсчитали примерные расходы Пугачева и Галкина. Около 700 тысяч в месяц уходит на обучение детей, а вот содержание дома в деревне Грязи обходится в 300 тысяч. Об этом сообщает нам известный российский телеканал Ю. По данным канала, звездные родители не жалеют денег на образование своих двойняшек Лизы и Гарри. Дети ходят в элитный детский сад, который обходится Алле и Максиму в 400 тысяч в месяц. Также дети изучают французский язык, занятия которым обходятся в 220 тысяч рублей в месяц. Логопед двойняшек стоит 12 тысяч рублей в месяц, а вот няня обходится в 2 миллиона 500 тысяч в год. Плавание Лизы тоже влетает родителям в копеечку. По слухам, каждую неделю в замок приезжает тренер, который берет за свои услуги 60 тысяч в месяц. Все это отмечается в программе телеканала Ю. Площадь замка составляет около 3000 квадратных метров, а придомовая территория – около гектара. На содержание этого дома в поселке Грязи также уходят большие суммы. Журналисты подсчитали, что только налоги на недвижимость Галкина и Пугачевой составляют 400 тысяч, а охрана, уборка территории, чистка бассейна, по данным телеканала, обходится звездам в 300 тысяч каждый месяц. На этом статье была поставлена жирная точка, но комментарии не заставили себя долго ждать. «Один опубликовал чушь, другие клонируют без устали», – написала Валентина Иванова. «Дети и в сад не ходят, и тренер не приезжает, и много чего еще не, но автору пофиг, надо ж деньги зарабатывать любой ценой». «А вы откуда знаете?» – поинтересовались у Валентины другие комментаторы. «В отличие от автора, знаю», – ответила женщина. Валентина Михалева была сдержаннее. «Да нам все равно, сколько они тратят денег на обучение детей. Кому это интересно – заглядывать в чужой кошелек?» Друзья, мы присоединяемся к этому мнению. Не будем заглядывать в чужой кошелек. Это, право слово, не слишком этично. Всем счастья и здоровья! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».